Сантол. Відновлювані присадки до масел представляє програму для автомобілістів «Бардачок». Генеральний партнер програми «Бардачок» – Харківський м'ясний ряд. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок», и на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Минувшая неделя отметилась грандиозным автомероприятием на главной площади города. Одновременно там проходили выставка ретро-техники, дрифт-шоу, показ новинок автодилерами, а самое главное – старт первого этапа чемпионата Украины по триалу. Давненько не баловали зрители внедорожные клубы города зрелищными стартами с площади Свободы. Наверстать упущенное решился внедорожный клуб «Спарта». Именно этот клуб выступил главной движущей силой в подготовке и проведении первого этапа чемпионата по триалу. Разумеется, при полной поддержке городских властей, потому первый этап получил наименование «Первая столица». Чемпионат по триалу проходит в формате RFC – Rainforest Challenge, придуманном в Малайзии еще в 90-е и впервые воплощенном в украинских реалиях именно харьковчанами. А в этом году, благодаря прологу, проводимому в центре города, состязание собрало максимальное количество зрителей. Перед стартом болельщики развлекались, рассматривая новинки автотехники и экзотические для наших широт автомобили. А в это время техническая комиссия чемпионата проверяла соответствие машин участников заявленным категориям. Все автомобили разделялись на классы по степени подготовки к преодолению преград. Это традиционно. Помимо автомобилей на старт выходили более легкие транспортные средства – АТВ, квадроциклы и УТВ-багги. Для каждой категории свой уровень сложности. И хоть основные приключения и препятствия ждали участников вдали от городской черты, пролог гонки позволял представить, что же подготовили организаторы. На брусчатке площади Свободы бросались в глаза груды поленьев, шин, бревен, бетонные блоки и два москвича. Последнее – самая большая интрига, подготовленная клубом «Спарта» для многочисленных зрителей. Формат RFC подразумевает прохождение коротких участков бездорожья, огражденных лентами и вешками. Вот два таких участка и были построены на площади. Перед стартом команды могли внимательно изучить препятствия, и, наконец, после всех бюрократических проволочек был дан старт гонки. Первым на спецучасток вышел экипаж самого подготовленного автомобиля, который относится к категории прототипов. При прохождении спецучастков спортсменам можно применять любые подручные средства, и экипаж с бортовым номером 301 показал настоящее мастерство в обращении с центраками. Только эти металлические конструкции позволяют преодолеть преграды сложной формы. А затем стало понятное назначение двух москвичей в конце спецучастка. По ним тоже нужно было проехать участникам. Кстати, такое издевательство над престарелыми машинками позволило наконец закрыть старый спор, какая же версия москвича лучше, московская или ижевская. После того, как по их крышам попрыгал внедорожник, деформация продукции АЗЛК оказалась заметно меньше, чем деформация ИЖ-авто. А настоящей загадкой стало уцелевшее заднее стекло. Как такое получилось, абсолютно непонятно. Впрочем, после того, как по этим преградам потоптался следующий внедорожник, разница была уже не столь очевидной. Тогда же стало понятно и то, зачем в конце спецучастка стоит КАМАЗ. Он, оказывается, выполнял роль якоря, объекта, за который можно цеплять трос лебедки. Да, застрять можно и на площади. Пока внедорожники прыгали по крыше москвичей, их более легкие коллеги, багги и квадроциклы, проходили свой не менее интересный спецучасток. Куча старых покрышек особого затруднения не вызывала, а вот следующее препятствие, качели, уже заставляло попотеть в буквальном смысле. Дело в том, что эти самые качели сделаны из нелегких бревен, которые нужно передвинуть в удобное для прохождения положение. Передвинуть руками. И сделать это максимально быстро. А затем еще через несколько бревен перебраться и в конце перепрыгнуть бетонный блок. Квадроциклы этот участок проходят попарно. В одиночку такое явно не осилить. Слаженная командная работа – 80% успеха. Главное – не нервничать. И чтоб техника не подвела. Что-то упало. Твою мать!
Казалось, что после такого контакта с преградой квадр придется эвакуировать, но нет, даже с пробитым колесом он добрался до финиша. Как потом выяснилось, причиной странного поведения была заклинившая рукоятка газа. Отдельно стоит упомянуть нелегкую задачу маршалов гонки. Им не только нужно было контролировать прохождение дистанции, но и после каждого экипажа приводить эту самую дистанцию в первозданный вид. Двигать бревны, бетонные блоки. Вручную, понятное дело. Машини вони примхливі, мастилими та паливом перебирають, влітку їм одне потрібно, а взимку інше, а мені багато не треба, щоб смачно, корисно і ніякої хімії. Харківський м'ясний ряд, ковбаси та м'ясні делікатеси тільки з натуральних інгредієнтів, за класичною рецептурою, в дорогу і на роботу, на святковий стіл і для пікніку. З усіх правил харчування найголовніше – бути у правильному ряду. Харківський м'ясний ряд – великий вибір, добрий смак. М'ясне, сої немає. Прохождение спецучастка пролога всеми участниками закончилось уже в темноте, при бурной поддержке зрителей и массе полезных советов от соперников. А на следующий день соревнования продолжились вдали от города на бездорожье Харьковского района. Лагерь джиперов располагался на берегу речки Студенок возле Безлюдовки. Там же находилась зона старта. На предстартовом брифинге организаторы, как обычно, разъяснили тонкости контроля времени и пенализации, и экипажи вышли на старт. Организаторы, трофи-клуб «Спарта», подготовили более 40 спецучастков, и спортсмены могли проходить эти ИТСУ в любой последовательности. По регламенту учитывается только время нахождения экипажа на самом спецучастке, а доезды никак не учитываются. Также по регламенту экипаж может перед штурмом спецучастка тщательно выследовать и подготовиться. А отсчет времени начинается после того, как пилот лично нажмет кнопку секундомера. Если за 15 минут пройти участок не получилось, то прохождение не засчитывается. Как и в других внедорожных состязаниях, основная нагрузка ложится на плечи штурмана, порой в буквальном смысле. Он должен лично протоптать участок, порой ныряя в грязь по шею, наметить оптимальную траекторию, тягать тяжелые сентраки, цеплять трос лебедки. А пилот при этом частенько покуривает в кабине. Хотя от пилота тоже зависит немало. Одно то, как он выполняет команды штурмана, способно либо принести победу, либо наоборот, стать причиной поражения. Спецучастки первого этапа чемпионата по триалу Ukrainian Challenge, первая столица, были разбросаны довольно большой территорией. От Васищева до Хорошева. И организаторы постарались максимально разнообразить преграды. От грязевых ванн до песчаных холмов. Понятно, что количество зрителей всей этой гонки было гораздо меньше, чем на площади в первый день. Но тем, кто все же смог добраться до места состязаний, очень повезло. Зрелище было весьма динамичным и порой захватывающим. Один лесной слалом чего стоит. Ну, слалом это условно. На самом деле, на некоторых СУ трасса, ограниченная ленточками, была проложена через заболоченный лес. Расстояние между деревьями небольшое, поворотов много, а места для маневра мало. Порвал ленту, пенализация, застрял, потерял время. А со стороны так ничего сложного, вроде бы. Yeah.
сожалению, автомобили не разделяли энтузиазма экипажа. Техника порой подводила. Сюрпризы, таящиеся под слоем грязи, иногда доставляли несколько неприятных минут. Но подручные средства и запас запчастей в багажнике, как правило, решал проблему довольно быстро. Опять же, к сожалению, не всегда. А как обидно, представляю, было 301-му экипажу, когда на одном из спецучастков внезапно закончился бензин. Прямо после старта, в первой же луже. Понятно, что вопрос решаемый, но потеря времени оказалась критической. Кстати, экипаж номер 301 был, пожалуй, самым уникальным. Пилот мастерски проходил преграды, несмотря на перелом ноги. Не знаю, чем он на сцепление давил, но передвигался вне автомобиля исключительно с помощью костылей. Уважаю. Крутые склоны в лесу возле Темновки стали проверкой не только мастерства пилотов, проводящих внедорожник в считанных сантиметрах от стволов деревьев, но и работы лебедок. На склон, изобилующий толстыми корнями, без лебедки взобраться невозможно. Да и лебедка сама не справится. Опять штурман должен вовремя подложить под колеса сентраки. И все это на почти вертикальном уклоне. Впрочем, на таком спецучастке есть за что лебедку цеплять. А были и такие СУ, где приходилось использовать якорь. Не то, что у кораблей. Внедорожный якорь формой напоминает плуг. Его задача максимально углубиться в грунт, выдерживая вес внедорожника. Применяется он на участках, где отсутствует возможность зацепить лебедку за что-нибудь другое. И хорошо, если грунт твердый. Болотистая почва заставляет штурмана побегать в поисках подходящего места. Ну, а некоторые умудрялись цеплять трос даже за кусты. Удивительно, но получалось. Компонование акустиков. Первый этап чемпионата по триалу в формате RFC проходил 3 дня. Первый – пролог, второй день – прохождения спецучастков, затем ночное ориентирование, на третий день – снова спецучастки. Лично мне, как зрителю, вполне хватило впечатлений за первые 2 дня. Представляю, как тяжело пришлось участникам. Уверен, оно того стоило. Мои поздравления победителям и до новых стартов. Трансмиссия автомобиля – одна из наиболее нагруженных систем, работающая в сложных условиях. Как правило, неисправность коробки передач или дифференциала приводит к сложному и дорогостоящему ремонту. Особенно для автомобилей, изрядно поездивших, с большими пробегами. Можно ли этого избежать? Для начала немного теории. Трансмиссия автомобиля предназначена для изменения передачи крутящего момента от двигателя на колеса. Самая важная, сложная и дорогая деталь трансмиссии – коробка передач. Ее поломка ведет к полной неподвижности автомобиля. Но коробка практически никогда не умирает мгновенно. Обязательно трагичному финалу предшествуют характерные симптомы. Повышенный шум, затрудненное переключение передач, самопроизвольное выключение передачи. Причина таких симптомов – износ отдельных деталей КПП. Изнашиваются подшипники, стираются зубья шестерен, зазоры между деталями увеличиваются, появляются ударные нагрузки. Все это происходит при довольно значительных пробегах автомобиля. Ну а так как в Украине средний возраст автопарка вплотную приблизился к 20 годам, то вышеназванные признаки износа коробки знакомы большинству автовладельцев, как это ни печально звучит. Автопроизводители предлагают по сути 2 рецепта продления жизни трансмиссии. Регулярная замена масла с постоянным контролем его уровня и плавное обращение с педалью газа. Однако это не панацея. Трение все равно делает свое черное дело. Существенно замедлить износ и даже устранить его последствия может химия. Давным-давно автовладельцы знают о целительном эффекте дисульфида молибдена. Вот только он, эффект, очень недолговечен. Модификаторы трения на основе тефлона и ему подобных материалов хороши только для новых агрегатов. Устранять последствия износа они не умеют. А Сантол умеет. Сантол – новое имя на рынке восстановительных технологий для автомобилей. Восстановительная присадка для механических трансмиссий на основе действующего вещества Алсион разработана и производится в Харькове. Сантол не только уменьшает трение между деталями трансмиссии, но и восстанавливает их первоначальные размеры. В пятне контакта тех же шестерен существенно повышается температура. Под действием высокой температуры активизируется действующее вещество присадки и создает на поверхности металла керамическое покрытие. Такая поверхность отличается высокой прочностью, больше, чем прочность металла, и низким коэффициентом трения. Износ практически останавливается, а керамическое покрытие компенсирует стершийся слой металла. Под действием сантола устраняются царапины, раковины и затиры на рабочих поверхностях. Упрочняется материал в пятне контакта детали, уменьшается шум, снижаются потери на трении. Нет, чуда не произойдет. Если износ таки достиг критической величины, никакие присадки уже не помогут. А вот продлить жизнь еще не убитой коробки или главной передачи Сантол вполне способен. Через 200-300 километров пробега после введения всего 1-2 тюбиков с присадкой в трансмиссионное масло владелец автомобиля почувствует, что передачи включаются плавнее и четче, и трансмиссия работает тише. И эффект сохранится на протяжении как минимум 70 тысяч километров, после чего рекомендуется повторная обработка.
Сантол совместим со всеми типами масел для механических трансмиссий и весьма доступен по цене. Спрашивайте в автомагазинах города. Сантол. Запорука вашего руху. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Ни гвоздя вам, ни жезла.